Приветствую вас, друзья! Недавно на просторах интернета я наткнулся на один интересный инвестиционный проект, о котором начали писать многие авторитетные мировые СМИ, и который позволяет зарабатывать на полном пассиве от 1 до 6% в сутки с минимальным депозитом от $50. Называется данный проект Yota Labs. Я лично его протестировал, и в данном видео предоставлю вам не только подробный обзор проекта, но и покажу свой личный депозит на $1000. Но для начала подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск видоса. Но для начала давайте пройдемся по основным моментам. Как сказано на официальном сайте Yota Labs, это инвестиционная компания, которая занимается инвестициями в создателей NFT. Специалисты Yota Labs занимаются поиском талантливых художников и дизайнеров, которые создают креативные NFT коллекции. Команда Yota Labs инвестирует в раскрутку перспективных создателей незаменяемых токенов и помогает им вывести на рынок свои коллекции, после этого получая долю прибыли от сделок с данными NFT. Проводя аналогии, можно назвать Yota Labs своего рода издательской фирмой или же продюсерским центром, который вместо классической медиа специализируется на более прибыльной нише – Web3 искусства. Однако для финансирования и постоянной раскрутки авторов проекту требуются средства, источником которых являются акционеры компании. Любой желающий пользователь может совершить разовую инвестицию в Yota Labs, став акционером компании, и после этого получать пожизненный пассивный доход в виде дивидендов. Только в отличие от классических компаний, где дивиденды приходят раз в квартал, а для покупки акций зачастую надо иметь специальную аккредитацию, у Yota Labs весь процесс реализован более просто и технологично. Инвестиции в проект осуществляются путем покупки специальных членских NFT, которые можно приобрести на официальном сайте. Обладатель таких NFT будет получать регулярный пассивный доход, который будет выплачиваться раз в 24 часа. Самих видов членских NFT у Yota Labs существует 10. Все они отличаются суммой инвестиций и уровнем дохода. Начальный NFT обойдется всего в $50. И его доходность составляет 2%. То есть каждые сутки вы будете получать дивиденды по $1, обладая таким NFT. Далее идут членские NFT за 100, 250, 700, 1500, 3500, 10000, 35000 и $80000, которые приносят в сутки от 2500 до $4000. Максимальный же NFT в Yota Labs имеет стоимость в $180000, а его доходность составляет $10800 в сутки. Приобрести же данные NFT довольно просто. Первым делом вам нужно создать аккаунт, указав свой email и придумав пароль. После этого выбрать подходящий NFT и произвести оплату одним из доступных активов. На данный момент Yota Labs поддерживает оплату только в криптовалюте, но зато большим количеством различных монет и токенов. Это биткоин, эфир, трон, BNB, лайткоин, доджи, а также USDT, USDC и BUSD в различных форматах. И как я и сказал в самом начале видео, я сам инвестировал в проект Yota Labs. Мой итоговый депозит составил $1000. Сначала я для пробы приобрел самый начальный NFT за $50. Затем купил еще один NFT за $250 и один за $700. Доходность моих NFT составляет 1, 7,5 и $23 в сутки соответственно. И к моменту выхода этого видео я уже успел получить свои первые дивиденды на более чем $30. Прибыль тут, кстати, начисляется на внутренний кошелек вашего аккаунта, после чего монеты и токены можно моментально вывести на любой удобный вам криптокошелек или биржевой счет. А помимо инвестиций в Yota Labs можно получать доход еще и за счет партнерской программы. Партнеры получают прибыль от каждой покупки членских NFT своими рефералами. Доход поступает с трех уровней в глубину.
12% на первом, 3% на втором и 1% на третьем уровне. И соответственно мою реферальную ссылку для регистрации в Yota Labs вы сможете найти в описании под этим видео. Создав по ней аккаунт и купив членские NFT, вы сможете получать пассивный доход от 1 до 10 тысяч долларов за сутки. Однако, разумеется, учитывайте, что мое видео это не призыв к инвестициям и не финансовая рекомендация. Любые вложения в криптовалюту и NFT сопряжены с большим риском, поэтому вам нужно обязательно проводить собственные исследования. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.